Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Все, что, погнали? Давайте первую шачиру померим. Ну, трафик есть, но по правой полосе нормально. Нормально? Да, но у него вообще должна быть где-то. Она должна быть за 4,5 точно поехать должна. Ну, я так. Ну, сейчас, дай бог, поедет. Ну, сотку сейчас с его резиной, я даже не знаю. Вот его фара одну можно взять издалека. Да, вон это он едет. Ебана фара. Вон он. Грызет голову, блядь, знаешь, куда едет? Да. Чел пишет, тупай в шортах нельзя. А, да. Чего, блядь? Конечно, я Какой нельзя, блядь? Брат, 100-200 не поедем. Чего? Пизда, брат, руль трясет, я очкую нахуй. Руль трясет? Да. Прям вот так, я не знаю, брат, что-то ходовой пизда чему-то. Бля, походу разъебал что-то. Ну, диск, у тебя холодная машина? Нет, ну 215. Ну, охлади, с севером тебя меришь туда пока. Вы охлаждаетесь? Ты охлаждаешься, нам похуй. Север! А? Да, мы пока что-то, блядь, не расчехляете. Сейчас по-быстрому не мотам, учу. Ладно, отмена, блядь, по прогнозу. Сначала севера. Так, смотри, у меня... Короче, брат. У меня, типа... У тебя сколько она едет сейчас? 4... Она может сейчас поехать 4.1, 4.2. Короче, ставьте больше 4.2 или меньше. Ну, еще я тут сижу. Чтобы четко было. Чего? Подключаюсь к драге. Сейчас не торопись, 4.3. Брат. Нет, то есть она быстрее. 4... Пока все подготовил, 3.9 брат. 3.9 точно не поедет. Все стоит. Не скажи, брат. 3.9 не поедет. Не скажи, хуй там. Я тоже так думал. Я могу здесь сидеть, она может даже 3.9 поехать. Потому что, во-первых, она веса больше прижимает, понял, цепляться будет. Во-вторых, погода холодит, турбине легче. Все от резины зависит. Не столько, это много. Ну реально. Ну сейчас жить. Сейчас посмотрим. На первый заезд, это первый заезд. И сразу же на второй хуярьте потом. Главное, чтобы ланч сразу сработал. Бывает, может, не ланч, а этот буст данный. А мы сейчас надо ждать, чтобы раздулась машина или не надо? Да. Мне не надо сидеть. Все, давайте, все, закрывайте красавку. Не буксовало, охуенно. Ебать, она пинает. Ну все. Бля, вы охуеть, сколько она едет. Ебаш, похуй. Все. Хорошо, брат, хорошо. Так, 4,2, вот, 4,28. Да? Да. 100-200 не показало. Серьезно? 100-200 не показало. 1/4 12 секунд. Нормально. Конечно, да, 12 секунд нормально. Как Ягуар примерно. Поздравляю, бля, брат. Бля, ты ровно сказал, брат. Ну если я выйду, поедет 4.1, 4.2, поняли? И резина говна еще. Да. Так он 3.9 поедет, скорее всего. Нет, это, пацаны, это больше, чем 4.2, это 4.28. Меньше это 4.19. Больше это 4.21, то есть вот все вот так работает. Да. Ну все, ладно, мне интересно 0.100. А у меня... Так, сейчас скажу. Я сейчас скажу, брат, на механику не кидаешь. Где-то... А у тебя можно так сделать на спорт плюсе? Я могу потом вернуть на это. Не, лучше не надо так, она будет долго тупить будет. Знаешь, как сделай, брат? На спорт плюсе нажми на сильно до кикдауна. До кикдауна нажми. Да. Во-во, да, вот. И потом я тебе скажу, когда. Не, пока остывай, похуй. Вот они, замеряльщики. Что-то чуть пролагало. Зайди примерно стартовать. Со скольки или до скольки? До скольки. Ну где-то 60-70 таких даун даешь, чтобы он скинул передачу и ушел. Давай, все, хуярь. Готов, я тоже. Похуй, я на нем 208 въехал. Не хочет мерить 100-200. Почему? Ну как будто она должна лучше поехать, понял? 100-200? Да. Не знаю, брат. 0-100. 0-100 лучше точно, 100-200 не знаю. Тут не знаю. Он во время ланча лепестком плюс добавил. Мы добавляли, брат. Я первый раз добавил, второй раз не добавил. Просто тут F, не, нормально. Интересно стало, я второй раз не добавил, и она реально похожа. Не, нормально. Мы замеряем просто, понимать. Я замеряю машину, чтобы понимать, она исправна или нет, понял? Вот так я все делал. Типа на цифры дрочи сейчас сидеть, блядь, вы... Можно, да, там, спустить колеса, понял? Там, бензин поинтереснее поискать, и она лучше поедет. Ахуй нам это. Наверное, раз на Газпров не... На Газпров... Слушай, у Рено 12 было секунд. 12? Да. Я думал, у него быстрее, но... Не, ну, было.
на неисправной машине. А-а-а. Ты же его поэтому выиграл, брат. У него 0,105,6 лучшая. И лучшая 100... Да, хитрость. Прямо сейчас. Еще меньше скорость. Вот так, шел. У него 100-212 секунд, 0,105,6 лучшая. Японца надо брать. Ну же, брат. Так, вот оно, брат, 100-200. Вот, кажется, вот это, брат, 8,45, это твое. Вот я мерился, 31-е, вот оно, 8,45. Это Ягуар. Погода 43 Фаренгейта. Ну, это очень холодно, брат. Да. Это очень холодно. Вот она, 21-й год, 10-й месяц, 31-й день. Вот, я ночью мерился, 12-10. И 0,100. Вот оно, брат. Ну, вот она стабильно хуярит, вот видишь? 3,7, 3,7, 3,7, 3,8, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7. Вот она лучшая. Это я с Антикой поехал, приколи вот это. Краснодар. Вот здесь было. Прикинь, с Антикой, она рядом сидела, я 3,7 сделал, вот, на Ягуаре. Ну, я сильно охуел. Тоже 43 Фаренгейта, вот. Все, как называется приложение? Драги, брат. Но это для этого нужен этот специальный препарат. А он весь мокрый, видишь? Шампур как сделался? А, шампур! Вот и Хартсма, а? А. Вот и Дачек. Давай, поехали. Давай, пацан. Сколько поехало? 100-200. 10,9. Шампур, смотри, брат. Я на спортплощади. Смотри, брат, сейчас она будет тебя шлифовать жестко. Ну, да. Я вот думаю, тебе ехать в спорте или ДСЦО? ДСЦО вообще не вариант. Мы поставимся. Поворот, ебал. Да. Мы поставимся. Подожди, приди, что нет, брат. Хочешь покорить на парней? Я уверен, что она, ну, с пяти выйдет. С пяти выйдет. Давай, брат, поехали. Дай бог, брат, потому что я... А нам не надо 0,100, брат. Эта машина, я тебе объясню, брат, она будет рыть, понял? 0,200, брат, страшно. Почему? Брат, я боюсь, хочешь ты себя? Ну, я боюсь просто, брат. О, 4, это не так, как в прошлый раз. Я или диску ебал, или что-то. Прям, понял, 140, и вот. Я боюсь, что когда затормозим, не дай бог, а. Из-за этого, говорю, за нашу безопасность, говорю, клянусь. Давай присоединюсь, похуй, я забыл. Не, брат, не хочу, блядь, страх ебать. Сейчас буду, блядь, блядь, я, мытик, хочу, брат. Я могу сейчас 140 раз загонимся, ты поймешь. У меня руль вот так. Или диск кривой уже, я диск ебал где-то. Типа, брат, я боюсь, понял? Потому что когда я только что оттормаживался, у меня морда уходит. Либо диск, либо развальный. Бля, да, что-то страшно. Если мы хуй положим, брат, я не хочу на свою жизнь хуй ложить, честно. Приди, типа, что раньше я положил бы хуй, сказал бы, не, в резину прогрей. Вот там, чуть прогрею. Я бы как-то сказал бы похуй, да? Там чуть прогрею. А я, так, блядь. Только у тебя дай стоп. А. Все, хватит. Ух, ебать там сзади, брат. Ебать там, брат. Ты че, ебанутый, ебать там сзади, брат. Все, так, стой здесь фары, так, включи, брат, свои. Короче, потихоньку выставляйся на ту полосу. Нет там никого, брат? No. Даже если есть похуй. Ты просто двух педалей, да? Да. Ну, в общем, как ты знаешь, в ноль стоишь, все, рассветы. Давай, шел. Блядь, я... Да ты че, ебанулся? Брат, ну... Давай 100-200 похуй. Давай неси, заебал. Просто тормоз не нажимай, пускаешь просто газ и все. И полосу не меняй никогда. 200. Есть? 220. Мать, она ебашит, ты че, ебанутый? Ебать! Бах! Ебать! Сколько? Она поехала, брат! Не буду говорить, стой! 0,100 не смотри, короче. Ну, 0,100 я не зацепился, брат. 0,105,9. Ну, брат, мы вот так ставим. Стой! А теперь что? Не, тормоз не нажимай, просто она пусть остывает. Ебать, брат! Ты охуел! Да ты заебал, ну, брат! Брат, он 100-200 пиздец, как поехал, как, брат. Сколько, ну? Не покажу, пусть предикшн сделают! Не покажу, блядь! Охуеть, брат! Хочешь еще раз ебанемся? Не, я не хочу, брат, боюсь, брат, за нас, правда боюсь, брат. Ну ладно, похуй. Это на разворот иди пока. Просто медленно, едь. Бля, 0,100, брат, не цепляется, блядь. Хуй его. Бля, смотри, пацаны, блядь, очень хорошо поехало. То есть, ну, я не буду спорить, но очень хорошо поехало. 100-200, блядь, ой, 0,100 мерить, ну это пизда, брат. Я не знаю, что у нас. Не мерь, смысла нет. Тут надо Мишлен новые целки, знаешь, вообще. И то, бля, брат, все равно это в спорте. Все, не трогай это все, 0,100 нет смысла. Сейчас показать, что да, чили. Просто мне покажи, а. Бля, ну по моей реакции, конечно, я охуел. Можно, ну это спойлер будет ебучий. Но это сейчас пол нажал. Да? Не кикдаун, а вот просто. Бля, брат, ебать. Но кикдаун смысл нажимать. Бля, ебать, она поехала. Вот ты, брат, меня заинтриговал, твою голову ногой трахал в жопу. Охуеть. Ну это пиздец, брат. Ух, чуть за бред не стрельнул. Я тоже, брат. Слышал? Да. Типа, как я тебя называю? Да. Понял? Да, брат, я в ахуе до сих пор, брат, я... Ну, понял, я знаю, что она лучше поехала после того, как ты починил ее. Да, но видишь, как влияло это настолько... хуйня, брат. Я знал, брат, что стоп настолько... А я не знал, клянусь, я после того, Самеров, я ему говорю, ну чек, его мать тоже там была сейчас, родите дальше. Но надо поехать ходовую проверить. Я его подъебаю. А это наш Лукой. Где вот здесь надо? Наш. Я его подъебаю. Да не едет вообще. Охуенный трек, брат, оставь.
Не, давай попробуем там 0-100 такой аккуратно сделать. Просто. Шма, тут дождик, вообще смысла нет, брат. Либо ты 100-200 меришь, второй замер. Не, 100-200 не хочу. Ну хочешь, давай, ладно, 0-100. Вот там, да. Давай 0-100. А я просто... Предикшн сделали? Не цепляется, район, мать. Бля, это сейчас какой? Бля, я потерялся. 100-200 сейчас стоит. Все, я раскрываю карты, да? Сколько 100-200? Да, тот откатили же. Брат, охуеешь. 9 секунд. За рукой, покажи. А у мамы его 9,2, бля, буду. Это нормально, я просто пиздец, не шарю. Это быстро, брат. Я не шарю, правда, не шарю. 9,22, это пиздец. Я не шарю. Брат. Это пиздец хорошо, брат. Вот 0,100 я шарю, потому что прошлый раз у меня. Это было. Охуенно. А сколько, брат, должен целый 63 ехать? Ну так и должен. Он думает, что она в хорошем состоянии. На, значит. Я правда не знаю, брат. У меня эмоций, поэтому нет, я не знаю. Охуенно она едет, брат. А у Рашашку поехала? Ну, 11. Вот, брат, ты понял? Что же я 11 здесь делал, балаган? Машина сзади, брат, аккуратно. И оттуда едет, брат. Аккуратный, да? А, бля, видишь, резинка уебанская, брат. Не, не делай, брат, нахуй надо. Не делай. Резина уебанская. Реально 9,2 поехал, брат? Да, брат, вот же, брат, на карте. А сколько едет, пацаны, 0,100? CLS должен ехать. Брат, он невозможно 0,100 замерить, брат. 500 сил на заднем приводе, это только 20 градусов на улице. Слушай меня, прогретая резина. Так. Еще пилоспорт целка, 2,2 надув, пара. Нет, надув 3. Слушай, да. 3? 3. Вы не зацепишься, брат, в смысле. Я всегда 3 качаю, чтобы жопу кидал. Пацаны, а сколько должен ехать? Че, поехали? Куда? За 200. Не, брат, по-братски не хочу. Ну, давай 0,100. Ну, смысла нет, брат. Здесь вообще мокро. Да, не, в смысле, рай, я боюсь, брат. Ну, все, давай, поехали на базу. Сколько, пацаны, 100-200 должен ехать? Скажите мне, пожалуйста, по закону. Именно задний привод, 13-й. Да, 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 Ксанекс, да, брат, да, конечно. 9,2 это 9-10. Ну, брат, то, что у нее столько пробег, я нормально. А прошлый раз она сколько поехала 100-200, брат? А что? А. А почему дверь открыта, брат? Это значит с этим ебашит. Резинку же он там хуёво сделал, справа. Тут на ней ебашит. Или я дверь не закрыл? Нет, я закрыл, мне показалось. Сколько в прошлый раз у нас было 100-200? 12 секунд, охуеть. Я тебе поэтому говорю, брат, это очень много. Ох, бля, брат, у меня отлегло, знаешь. Поправило. Бля, меня поправило. Но у меня именно на 0, на 100-200 нету эмоций, понял? Мне похуй на эти 100-200. Почему? Потому что я не езжу 100-200. Брат, ну я не езжу быстрее. Брат, меня поправляет, пиздец. Я... Во, что он тебя ебушит, понял? Ебурит. Не понял? Ну она 343 ехала же. Ну она дальше ехала бы, я тебе отвечаю. Я же чувствовал. О, хороший стрим сделали, знаешь, молодцы на зеленый. Да, брат, очень обзвелся, брат, поправляю. Мишлен Белоспорт, видишь? Вау, здесь чарпеч. Ау, они там стоят, нахуй я такой круг сделал? Все правильно сделал. А, Ласос. Ящер. А. Тебе звоню, потому что там стрим. Да. Короче, камеры все четко стоят, все смотрим, жесть. Они мои братья. Ау, вы наши братья. Сэм сказал, что ему, типа, завтрашний ужин снимут. Ага. А, нет, с Равшаном, мы с Сэмом. О, на этот след. Что, брат? Завтра приедет этот. Кто, брат? Говнокачка приедет, ты завтра в 11 приедешь? Да. Говно качать будешь? Все, давай, брат. Без шуток, в 11 надо быть. Ты не приедешь, да, брат? Не, приеду, брат. Нет, просто, не, приедем. Не, не знаю, не приеду. Все, ты, брат. Ты шутку не понял, блядь. Ну, иди нахуй, жесть. Бля, брат. Ну, 100-200, 90 секунд, брат. Как так разгонялся, брат? Заскринил шалава? Нет, еще. Сейчас будет скрин. Не, это кайфа. Долбоёб. И потом новенький мне объясни. Иди нахуй. Заебал тоже. Аааа! Гондун, мико. 9 секунд поехал у Шачира. Но это не лучшее время. Он только один заезд сделал. Больше боится, говорит. Летит нормально. Отойдите с трассы, брат. Не, не, смысла нет, доверяй, брат. Посередине. Ну холодно, пацаны, уж город поедем. Очень холодно, блядь, я ебал. На красный поморосим. Да, возьмем два. Поехали, кофе возьмем. Да, пойдем на БК, брат, побоем. Поехали на БК, биржанем. Поехали, брат, подбежу им, блядь. Ну сейчас аккуратно доедем. Не, брат, не пижу. Все думают, что я наебую, брат. Скрин сделал? Ну на стриме. А, брат. Да, 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 так же, да, да, да. Давай его номера на мои перекинешь, я 1050 штрафов ебану его. А? Давай я его номера на свою одену и 1050 штрафов ему наебашу. Давай, давай. Его треки. Это знаешь, когда умиротворение в душе, я такой типа, фу, бля, поправила, понял, бля. Да иди нахуй даже, ебал твой рот нахуй, можешь закрыть или нет, бля. Что за машины покупают они, бля? Умер от болезни. А, брат! Говорит мне. Бля, брат, не зацепился, говорит, 0,100, я говорю, лучше за жизнь зацепиться, чем за асфальт. Ау, пиздец, бля, я пришел, сам перепернут твой салон. О, пизда. Шлюха! Ой! Проститутку. Слышишь? Да, брат.
Рано закрылся, брат, надо реванш делать. Сделаем, рано не сейчас, не кайфовым, рано сейчас выходить. Давай это сделаем, как, вот так поедем? Не сейчас, не сейчас. Тоже пернулся? Что-то у вас ебальники ехидные, гандоны, что чальчуете? Что ты сделал, брат? Не, ну поймет или нет, пацаны? А? Не, не поймет. Нихуя ты не делал, по-моему, ничего. Не буду показывать. Шлюха, что сделал? Брат, когда трогается, будешь так аккуратно. Чего? Что? Че, долбой, что сделал? Гандунский ребенок что-то. Я тебе завтра проснешь, у тебя нахуй. В 90 картошку лучше тебе засунуть за льдет. Прости, тутка. Вот, смотри, что пишет. Не читай, чат! Саморез, а подогрев? Ау, блядь, нахуй ты сделал? Я ничего не делал. Как едем, брат? Я не назад? Знаю. Назад? Ну пускай назад сдают тогда они. Ну покажи им знак. А у меня нету этих. Что нету? В лампочек сзади. Там сначала звук ветра был, теперь кто-то звонит. А там телефон, значит, это звери, знаешь? Брат, как поехать, родной, скажи, ну мне, я нервничаю на такие моменты, я не знаю, так поехать? Нет, назад, ну туда нам надо, туда. Ну да, туда и поедем. Ну хуй, по встречке ехать? Ты же не должен все снимать, как хуй оператор. Я вот показываю, ребята, вот, смотрите, номера. Уебище, ты что, животное? Вот, встречка, вот, пожалуйста. Ребят, о, какая нарушение. Ты путана. Нарушение? Нарушение? Здесь сплошные. С нами еще четверка с номерами. Да. А купишь мне на кофе на БК? Правда? Да. Надо, я мог купить, мне задонатить. Да. Сегодня... О, я какой тип, да, брат? Вот камня дают, я на гриль начинаю, похуй. Трачу, раз, все, да, походу. О, Сочи! В Краснодар же я живу. А у мамы тоже наглая, брат, надо поговорить с ней, брат, пообщаться. На поводу? Отвечаю на... Короче, я звоню ей. Помнишь, когда мне задонатили вчера? Типа, мама, давай я тебе куплю билеты, 1 числа прилетишь ко мне. Типа, с Дубая я прилечу, 24-го же прилетим. 1-го, я говорю, ты приедешь в Сочи, я тебя приеду, заберу. Охуеешь ответ сейчас. У папы 1 числа начинается лечение. Что? Да. Что? Да. Как он здесь оказался? Вот, и слушай, у пахана начинается. Заткнись, как он здесь оказался? Он просто прямо поехал, долбоёб тупой. Не надо было направо поворачивать. Идиот. Вот, и слушай. И она говорит, у папы, говорит, типа, начинается лечение. И я, говорит, поэтому останусь, чтобы понял с ним. Ну, получается, по факту она меня поменяла на мужа. Как это понять? Ну, по факту взять. Я, считаю, нужно поистерить и скандал устроить тебе. Какого хуя? То есть, ну как это так получается? Как он здесь оказался, брат? Давай, ты просто надо прямо поехать, идиот, ты тупой. Прямо это? Просто прямо вот где мы стояли, просто надо прямо поехать. А не вот этот круг, как ты сказал, делать. Ты что, долбоеб, если мы прямо поехали, то в ту сторону. Ох, вот ты тупой, брат. В ту сторону Ростов, где мы гоняли. Да. А в эту сторону Краснодар. Да. Мы же развернулись. А как он развернулся? Он не разворачивался, он просто прямо поехал. Куда, и прям? Вот эту хуйню тоже не надо было на встречку ехать. А, он к Жике живет на Новороссийск. Моя машина должна ехать 0-200. А не, надо 100-200 узнать сколько. 9,4 должна ехать. Сэм. У тебя 5,5,8 или сколько сил? А, 100-200, 8,5. Вот это же? КПФ. Да, это? Да. 100-200, сколько должна ехать она там? 8,5? Да. У нас поехало 100-200. Ой, у нас поехало 9. Ну, не сильная погрешность. Да дай мне ее в жопу выеб 8. И 4 поедет. Ну, все, самое главное, значит, в порядке все, с любой не менее. 100-200, 8,5. Все, понял. Ну, нормально. Ну, я рад. Я нет. Почему? Ну, потому что. Как он нагло еще мне руку убирает. Убери. Мой брат, да. Мутели, мутели. Север. Давай, ребят. Какая у тебя шумная машина. Бля, я не слышу своего друга, блядь. А ты где хом не вывай? А ты где забыли, брат? Ну, где там остался? Да ничего нету, пиздобол. Брат, ну, блядь, вот эта хуйня, смотри. Видишь, морда уходит, брат, направо. Да, блядь, за твоей машине. Да развальная или... А где Адам? А? Адам, где Адам? А хуй его знает, брат. Охуеешь? А я думаю, хуй он мне сказал, блядь, для давления купи эту хуйню. Да понял, а там на входе ходунки стоят, охуеешь? Посадки не хватает. Ебать, у него диски, брат. У него диски ебанутые. Жопу дизеля. Дорожное покрытие в городе.
Охуенная машина. Встаньте с ним, брат, на фоне. Интересно, ради, брат. Встаньте с ним. Скажи, что давай встанем. Брат! Там здесь дорога, пизда. На похуй, да? Давай просто ради интереса здесь нажмем сейчас. О, ебать, у меня дымит машина, брат. Да, брат, дым и есть. Это дым уже? Да. Воняет у него север сзади или нет? Не, а, не, брат, не дымит, не, нормально. А, нормально показалось. Давай здесь просто нажмем. Блин, если вы, блядь, соперник, конечно, по контролу дизель, долбоёб. Захочешь, ты езжай, долбоёб. Ох, блядь! А, не, в пизду, брат. Блядь, ебать, блядь, это... Блядь, это третья брат, была. Брат, а нахуй ты так грудь держишь? Кому-то под кайф. Прав, я не цепляюсь, брат. А, брат, ты ебан, ты воздух, ты перекинул нас. Ты что, долбоёб? Отвечаю, я селезенку почувствовал. Это на спорте, почему я ее на спорте кинула? Север, идем 60 нажмем. Давай, похуй, 60 нажмите, давай. Я на стоит, как бы ебается же. Это 100, не 60, еблан. Бля, что он говорит? Что говоришь, брат, это еблан, музыку слушать. Блин, скорость, ебень, кончили, 120 едешь. Да, да, прав. А там впереди это четверка, брат. А вот здесь ограждение. Ты мог раньше, блядь, сделать это еблан. Равшан, да, много оскорбляешь, блядь. Он там... едет, брат, 60 миль, Равшан, а тебе, говорит, 60 км. А, бля, я забыл, я же в Америке жил. Да вот здесь стартаните, брат, и все нормально будет. Стой, стой, дай подъеду. Я считаю рукой. Давай. Чуть правее дай. Чуть правее дай. Чуть правее. Давай. Когда я вниз махну, газуйте. Шачи. Прямо здесь. Езжай, мы с тобой. Туда, долбоёб. Налево, да. А. Ты что, тупой, Вась? Бля, идите нахуй. Бля. Ты тупой, блядь. Бля, Краснодар налево было написано. Да езжай нахуй, вот как знаешь, так езжай, мразь. Ты долбоёб это, блядь, раз. Да я не местный, вы заебали меня заёбывать. Брат, ты говоришь прямо, я еду прямо. А здесь направо надо было. Прямо это куда я заехал. Это влево, долбоёб. Нет, это прямо, брат, вправо. У нас прямо дорога и направо. Бля, вы пиздец там все ебал. Брат, это прямо дорога. Вот сейчас мне прямо ехать? Это прямо, это направо. Этот боёб, тут нету поворота. Ты там был, блядь, там прямо или направо? О, вы пиздец, блядь. Брат, ты без блин, куда ехать? Я говорю, прямо. Ну я и поехал прямо. Ну где ты оказался? Так я на левой полосе, брат. Брат, ты неужели не помнишь, даже когда мы с Муриком гонялись, ты тоже в этой же полосе. Потому что вы говорите прямо, брат, я еду прямо. Я вообще в другой машине был за рулем. Я понимаю, брат, но вы говорите мне прямо, я еду прямо. Если направо, это значит завернуть направо. Брат, у тебя просто на грузинском прямо это налево, походу. Ты на туре, брат, вообще не так подумал. Брат, смотри, я тебе объясню. Если чуть не ушел у вас, блядь. Ты, бля, чуть не въебались. Если бы надо было налево, я сказал налево. Вот здесь прямо или направо? Прямо. А какого хуя там тогда? Это прямо или направо? Потому что здесь прямо-прямо знак стоит. Какого хуя ты долбоёб? Ну там же нету налево, брат. Там был налево, брат. Нет, знак прямо, вот. Вот это прямо? Вот смотри. Вот мы едем по этой дороге. Я говорю, прямо или направо? Куда ехать? Прямо или направо здесь? А смотри, куда надо тебе? Так нам здесь надо было направо, ты бы сказал бы направо, я бы завернул бы направо, а я поехал прямо. Потому что ты сказал прямо. Бля, а куда нам надо-то в итоге? Ну и зависит от того, куда надо. Я отвечу так, зависит от того, как куда надо нам. Ну нам там надо было направо, значит. Мы в Краснодар же едем. И чё? На БК, вы сказали, на БК едем. Ну, вы говорите было... прямо, я еду прямо. Вот здесь, вот я еду по этой части. Да. Ты мне говоришь, езжай прямо. Это направо. Там был знак, два знака было, один налево, да, он не понял. Бля, вы пиздец, клянусь, я вам... Не, Ренат, там был знак, стоял. Налево или... Бля, он не шарит в этом, брат. Ренат, будь мужчиной, как стил. Не будь безрам. Так, брат, я сказал, прямо ты повернул, блядь, ты что такой, блядь? Брат, я еду по левой крайней стороне. У меня дорога идет налево, понял? И дорога идет направо. То есть по твоей женской логике? Так. По твоей женской логике. Прямо это ты налево повернул? Я еду, блядь, на левой стороне, она, ну, прямо, брат. Да, сюда. Брат, я говорю, куда мне повернуть, прямо или направо? Хорошо, навигатор, ты, навигатор тебе скажет, вот езжай, я... навигатор тебе скажет, езжай прямо, ты налево повернешь? Я поеду прямо, по которой полосе я еду, она скажет. Да, это, брат, ты, а как ты, как по навигатору? Вы поняли, что вы не правы? Навигатор, как узнает, на какой полосе ты? Вы не правы. Какой шачир тупой, брат, Да, урод, ебал, брат, правда. Мы сейчас едем в немецкую деревню на западный обход. Ты вообще не ту сторону едешь. Куда мне сейчас ехать? Мы едем, Рашан, на западный обход в немецкую деревню, брат. Мы сейчас едем в немецкую деревню. Он
ебал куда-то, я не знаю куда. Реально, начнем с того, что я спросил куда, и мне сказали прямо. Я еду прямо. Потому что ты ехал по правой крайней полосе, брат. Ой, брат, ты типа ездил Ренат, по правой. Ренат, если надо было налево, я бы сказал налево, брат. Ты говоришь, что трубку налево надо, я влево начал поворачивать. Нахуй, брат. Брат, ты не нервничай, брат. А я начал. Зачем? Да вы пиздец, брат. Зачем нервничать, брат? Мем? Брат, он понервничал. Да он по-другому думает. Ну да. Ну похуй, брат. Ты говоришь, прямо надо. Ну, ты меня спросил, куда едем? Я говорю, прямо. Ну, брат, а нам прямо и надо было. Нам не надо никуда было съезжать. Он понервничал, да? Да. Сильно? Ну, он с хаты вышел. Да, он с хаты вышел. С машины вышел. Все, нервы у меня поднялись, да? Все, брат, он покурил, в себя пришел.